о главном за 60 секунд. Knauf Insulation готов вкладывать в экономику региона и дальше. Совладелец компании оценил эффективность инвестиций в Тюменскую область. Владимир Якушев оценил ход реконструкции Гилевской рощи. Работы должны быть завершены в ноябре. Однако подрядная организация обещает закончить уже в октябре. День X расчетов за землю, машины и недвижимость перенесли с октября на 1 декабря. Рассылка квитанций на оплату начнется в августе. Сельхозперепись продолжается. В Галышмановском районе обошли уже больше 4000 дворов. Это около 40% территории. Самые социально эффективные предприятия назвали в Тюмени. Название лучших претендовали 8 коллективов. Тобольское ПТП стало победителем сразу в двух категориях.